Кембридж Аналитика, которая получила доступ к данным десятков миллионов пользователей Facebook, заявила о своем банкротстве и закрытии. Скандал вокруг компании разгорелся в марте этого года, когда стало известно об утечке персональных данных пользователей соцсети. В последнее время Кембридж Аналитика испытывала серьезные финансовые трудности, потеряв большое количество клиентов, и столкнулась с многочисленными судебными исками.